Что думаешь? Черт, нам нужно было уходить раньше. Заткнись. Это гражданские, а не повстанцы. Если будешь шуметь, тут и не такое появится. Да брось шутить, это, наверное, была засада повстанцев. Какой идиот будет устраивать засаду в метро? Они стреляют по своим. Да ничего подобного. Нас просто пытаются сбить с толку. Да ну его к черту. Погоди, никто не пойдет вниз. Просто продолжаем двигаться и проверяем. Мы не сможем уйти домой. Нет, сможем. Ну ладно, мы не нашли повстанцев, то мы же не могли их отпустить. Ничего, надо продолжать, и все будет в порядке. Сначала позволь мне сказать «Слава сопротивлению, капитан». Я уверен, ты прекрасно понимаешь, что Центр считает тебя шпионом, но я прочитал твое досье и понял, почему ты пошел на такой шаг. Короче говоря, я убедил Центр дать тебе шанс. Только так ты сможешь доказать, что ты перешел к нам сам. Ты должен в одиночку вывести из строя все системы консорциума, причем так, чтобы их уже никто не включил. Там тебя встретит наш информатор, который даст тебе пропуск в здание. Твоя главная цель — термоустановка на 4-м уровне. Как только ты это сделаешь, наши специалисты передадут тебе координаты ближайшего телепорта, откуда мы сможем тебя забрать. Если у тебя есть вопросы, просмотри свой компьютер. Удачи! Максис, конец связи.
We'll be right back.